Привет! Вы на канале Криптонация Лайв, и это проект Седа. Погнали! Информация, которая находится в разрозненно хранящихся документах, содержит много ценного, выявляемого только при обработке. Этой цели соответствует и отвечает система управления документами, обеспечивающее управление документами, которое способно создавать, хранить, искать, извлекать, редактировать и рассылать документы. И на данный момент в данную сферу внедряется блокчейн и криптовалюты. И это проект Седа. Седа – это система управления документами, основанная на технологии Blail Blockchain, а также использующая собственную криптовалюту. Для чего же команда решила использовать такую технологию, как Blail Blockchain? Преимущество данной технологии в этой сфере – это гарантированная конфиденциальность информации, передаваемая между участниками документа оборота, гарантированная защита от сетевых атак, очень высокая скорость транзакций, возможность бонусной системы для сетевых потребителей с использованием алгоритма доказательства доли, который называется POS – Proof of Stake. Команда разработала очень сильную, удобную и надежную платформу. И давайте поговорим о ее ключевых особенностях, ведь к разработку данной платформы команда приложила немало усилий. Здесь мы увидим высокий уровень абстракции в отношении технологий, на которых она основана. Spring, EclipseLink, Wasm и другие. Инструменты визуальной разработки и создания расширенного кода шаблона. Предустановленные и интегрированные компоненты, решающие многие типовые задачи корпоративных систем. Данная платформа позволит минимизировать затраты времени на системные задачи, настройку инфраструктуры проекта, интеграцию технологий и компонентов, а также разработку базового функционала. По сравнению с традиционным документооборотом, данная платформа предложит очень много преимуществ, например, такие как повышение безопасности, удобности и надежности информации и документов, снижение затрат на распечатку почтовых марок, конвертов и пересылок, повышение прозрачности внутренней работы предприятия, доступ из любой точки мира, экономия времени, введение личной истории каждого файла и сопутствующей документации, повышение прозрачности внутренней работы предприятия, а также невозможность изменения информации путем внедрения хакерами или любыми другими атаками. Седа. Удобный документооборот на блокчейне.